В городском саду играет духовой оркестр. В Бендерах возрождают добрую традицию концертов под открытым небом. Городской духовой оркестр выступает по вечерам в парках и скверах. В былые времена духовая музыка часто звучала в городских садах. Взять самое хорошее из прошлого и внедрить в современную жизнь. Примерно такую цель ставят перед собой организаторы проекта «Мелодии бендерских парков». Под такую музыку кому-то захочется помечтать, неторопливо прогуляться по аллеям и даже потанцевать. Надеемся, что станет традицией, когда народ, когда бендерчане и гости нашего города привыкнут к тому, что город, что наш оркестр играет в парке, как в былые времена. Хорошие времена, я хочу сказать. Когда любители разных жанров могут прийти в парк в выходной день, вечером, может быть, после работы, например, как сегодня, и послушать свои любимые мелодии. Обычно концертная программа открывается маршем. Далее следуют другие композиции. Всего 15 произведений. Это популярная музыка, вальсы, танго, фокстрот, ретро-музыка, а также зажигательные, никогда не устаревающие национальные мелодии. Нам очень нравится, как ребята играют. И молодцы. И мы очень рады, что проводятся такие мероприятия здесь. Спасибо. Очень хорошо играет, спасибо. Прям отдыхаешь душой. Да. Душой отдыхаешь. Да. И такие музыка красивая, разная. Изначально я шел в другое место, но по пути встретил оркестр. Мне очень понравилось их исполнение при помощи духовых инструментов. Вот. И я даже захотел немного даже попробовать себя в этом. Ну, нравится, наверное, всем нравится, это когда все хорошо должно быть так. Чаще таких мероприятий нашему городу, людей собирать немножечко. Хорошее время, лето, гостей в городе очень много, и пусть это так будет. Будем привыкать к этому, пусть нас приучают к этому, и мы привыкнем, будем приходить с удовольствием, слушать музыку, нам это очень нравится. Все отлично, чаще надо. Песни патриотические петь хорошие, чтобы люди собирались, как-то отдыхали вечером. До конца сентября оркестр планирует дать еще 8 концертов. С 7 вечера живая музыка будет звучать в парке Победы 20 августа и 12 сентября. В парке имени Горького 22 августа. В Борисовском сквере 27 августа и 24 сентября. Последний концерт цикла «Мелодии бендерских парков» состоится в том же месте, где был дан старт проекту. В парке Октябрьском на летней эстраде «Ракушка» 26 сентября. Лариса Тарабина, Валерий Усвайска, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.